Фонтан у бассейна ЦСКА ВВС не самый большой. Здесь циркулирует всего 138 кубометров воды. Но он сложный по форме и техническому устройству. Здесь есть подсветка и музыкальное сопровождение. Больше сотни светодиодных непромокаемых ламп проверили и сейчас устанавливают на крепление. Все детали насосного механизма на зиму снимают. Весной их моют, проверяют перед напряженной летней работой. Конечно, проверяем. Но зимой проверяем, подготавливаем все это дело. Вот, а сейчас собираем. Потом будем проверять уже с пульта, то есть это непосредственно щиток. А у вас есть любимый фонтан? У меня все любимые. Бесперебойная работа фонтана зависит от каждой мелочи. Все форсунки должны работать как одна. Водой вместе со светом и музыкой управляет компьютер. Фонтаны к лету готовят специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз». Они же контролируют их работу все лето. Признаются, сложнее всего справиться с отсутствием культуры у некоторых жителей. Вот это основная проблема, что у нас люди и мусор, и там и лезут, и купаются, а тут насадки торчат, самые дети могут просто повредиться. Мусор бросают иногда столько, что это самое приходится уводить по 10-15 мешков мусора. То есть это постоянная вещь. Ну и чертят на них, ну и прочее. Все ездят на скейтах, на этих по парапету, ломают плитку. Пробный запуск самарских фонтанов проведут 22 апреля, а в полную силу они заработают после 1 мая. Олеся Корецкая, Станислав Левин, события.